Всем здорово, ребята, с вами Лиеро и Даркраш, это открытие сундучков. Сегодня мы с Димоном решили открыть еще одну партию кейсов Протониум, 160 штук, это немало, поэтому будем молиться на легендарку. Приветствую всех, я надеюсь, у нас выпадет из сундучка дробовичок. Сундучок-дробовичок! Ну давай, поедем со старта, вот так, open all crates, мы не будем с тобой сегодня клацать сами, мы расслабимся, сядем поудобнее мы в кресло. Мы доверяем машине полностью. Сядем поудобнее в кресло, да, расслабимся, и пускай он кидает нам фиолетку и синьку, и легендарку, и вообще, что захочет, то и кинет. Как говорится, Якубович, крути рулетку. Одна фиолетка есть, это хорошо, это уже неплохо. Смотри, как синьку дропает. 4 синьки и одна фиолетка в сундуке, отлично. Ну, моя цель сегодня это дробовичок на аккаунт выбить. Дробовичок, тебе сейчас это такой самый голимый дадут? Ну, самый голимый это оранжевый, я согласен на него. Значит, у нас остается 157 сундуков, у нас за 3 сундука выпало 2 фиолетки и куча синьки, нормалек, куча бабла, куча пыли зеленой, которую мы можем потом продать и за нее купить нужное нам оранжевое снаряжение. Эльфийская пыль. Ты больной. Ой, ты больной, какая эльфийская пыль. Хотя, знаешь, если бы разрабы ввели в эту игру еще какие-то эльфийские технологии, я бы порадовался, было бы круто. Просто, если честно, сундучок, вот дробовичок не будет сегодня, не выпадет. Я просто превращу все эти детали в эльфийскую пыль и за пыль куплю дробовик, блин, у торговцев на черном рынке. Слушай, а чем мы так вот к этому дробовику-то прицепились? Вроде... Это вызов, понимаешь? Как бы у меня дробовика нету, я его хочу. А у меня, кстати, ног нет на моем аккаунте. У меня все легендарки есть, кроме ног. Прикинь, как это так? 3 эпика уже нам дропнуло. Зато у меня ноги уже падали, мне ноги не нужны. У тебя, по-моему, одна нога, или две ноги. У тебя две левые. У меня одна нога в жизни и одна левая. Да-да-да. У тебя, по-моему, на аккаунте две левые ноги выпало, кстати. Да нет, тут левых, правых не ври. Нет, у тебя именно две левые. Так и написано. Left, not leg. Так, и сейчас осталось 151 сундук. Надеюсь, сейчас не будет кидалово, как у тебя, блин, в прошлом стриме. Бац, и половину сундучков исчезли. Там гном или приконы их сперли. Я думаю, что сейчас должна быть легендарка. Я предчувствую ее приход. Здесь много зеленки дропнуло, значит, уже где-то легендарка на подходе. Сейчас, опа! Ну ладно, не сейчас. Ты, это щиты какие-то. Хотя ты говоришь, щиты стоят много пыли. Если они стоят много пыли, это фиолетовый. Означает... Стоп. Я, да, фиолетовый щит стоит много пыли. У тебя пока до хрена синьки. О, я смогу поставить гнома, вертолета построить. Ну, за 13 сундуков 4 фиолетки. Слушай, а твой аккаунт какой-то не такой пруще, как мой. Он проклят. Не говори, его кто-то проклял. Ну, зато смотри, у меня есть один фиолетовый щит, это Electric Shield Left. Да, он стоит, насколько я помню, 30 тысяч. Или, не, или 15, не, 16 тысяч. 16 тысяч, это, можно сказать, 1/10 дробовичка или 1/20? Нет, это 1/8 дробовика. Серьезно? Ну, дробовик 122 тысячи стоит по пыли, а щит 16. Да, эльфы мне доставят дробовик с темного рынка за пыль. Ну, это как бы, опять же, щит на продаже 16. Если новый покупать фиолетовый, он там до хрена стоит. А за продать ты его можешь за 16 косарей. Пушка стоит 122 косаря, но продать такую как ты обычно, можешь за 30. Как обычно, эти барыги хитрые, они цены там что-то себе химичат. Покупают по дешевке, продают подороже. Ой, какой-то у тебя непрущий. Я знаю, это будет последний сундук, 3 легендарки минимум. Нам уже ребята скидывали скриншот, где 2 легендарки падали в одном сундуке. Как бы у нас сейчас новый вызов, 3 легендарки в одном сундуке. Не, ну я думаю, 3 легендарки в одном протоним сундуке это уже перебор. Конечно, ты не хочешь их, это не твой аккаунт. Да во большом еще. Понял, колесо, я буду построить себе машинку. А вдруг сейчас еще одна будет? Давай еще одну! Вот черт. Здоровое монстр вилл колесо. Кстати, а верхние предметы вообще там, ты не обратил внимание, открыто? Да, открыто. То я что-то уже испугался. Не-не, я примак покупал специально перед открытием. Я знал, что там что-то выпадет ценное, хотя, по идее, не угадал. Кстати, там ничего не было. Два колеса дропнул. Блин, конечно, я же не на одноколеснике буду кататься. Или ты думаешь, я медведя закажу, и он будет кататься на одноколеснике? Не знаю, я просто заметил, что ноги, вот, например, падают под X1 экземпляр, а вот колеса, видишь, X2. Это прикольно, кстати, что X2. Ну, потому что на одной ноге можно ходить на роботе, а на одном колесе ты далеко не уедешь. Цирк максимум. Ну что, ты смотри, ставишь одно большое колесо вперед крафта, и сзади два маленьких. Нормально? Вот это такой велосипед большой, знаешь, как у клоуна с большим передним колесом. Легендарного медведя дай. Ну, в принципе, неплохо. За 25 сундуков мы получили 2 колеса оранжевых. Слушай, ну, это хорошо. Наверное, неплохое начало.
Пускай так и продолжится. То есть каждые 25 сундуков по легендарке. А у тебя тоже вроде бы же и выпало в прошлом стриме, когда открывал сундучки, две легендарки там за 50 сундуков, да? За 75 сундуков две легендарки там. У меня две пушки выпали. Ну ничего, дробовик где-то рядом, я чувствую. 133 сундука остается. Кейса, сундука. Если честно, у тебя что-то было фиолетки побольше. А ну, Якубович, навали мне фиолетки. Знаешь почему? Просто я шаманил. Я перед тем, как открывать сундуки, всегда хожу в ванну и делаю обряд там тайный. Я знаю, что ты делаешь, Вань. Не рассказывай. Ждем. Ну уже, давай. Три, еще четыре. Не, это пятая была бы синька. Вот прикольно. Ой, зеленка, зеленка. Блин. А, знаешь, мне кажется, прикольно было бы, если бы все слоты были полностью синими. Вот было бы круто. А у нас такое уже было. Нет, у нас не было что все, у нас было 7 слотов из 8 синих. А, да-да-да, это, короче, мы так задание не выполнили. У нас ачивка выбить дробовик, ачивка 8 синих слотов, ачивка 8 легендарных слотов. Не, ну это уже, ты ну, знаешь... Ну, да, точно, я забыл эпик слотов 8. Да, эпик слотов сначала. А легендарка, я думаю, 8 нереально 3, выбить. 3, у нас легендарка это 3 пока что. Давай так, смотри, да, действительно, если реально кто-то выбивает 3 легендарки, пускай присылают скриншот. Я хочу это видеть. С одного вот кейса такого на 8 слотов, чтобы выпало 3 легендарки. Две мы уже видели, 2 раза причем я видел и у парней. И без фотошопа. Да, без фотошопа. А в фотошопе я могу и сделать, чтобы все 8 выпадет, но я не поверю. Я проверю, но... Вова сам себе не поверит, когда сделает такую фотку. Да-да-да. Я даже когда парни мне прислали, вот, картинки, я открывал на полный экран и смотрел такой, так, нет ли фотошопа, смотрел или нет этих замыленных краев. Ты видел, 16 эльфийской пыли мне дропнуло. Фиолетовый щит. Эпик! Кстати, хорошая штука, она 3000 стоит, по-моему, если продавать. Да, честно говоря, у меня таких штук, наверное, уже миллионы. Да, 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 миллион. Сейчас начнешь продавать, и окажется, что у тебя там ни хрена да и нету. Эти эльфы-барыги меня точно кинут. У меня там деталей-то много, а вот там цена на них, короче, печальная. Знаешь, Робокрафт вот, в нашем с тобой понимании в последнее время превратился в открытие кейсов. А что такое, кончились? Найн, что это было? А ну, перелогинься. Итак, мы продолжаем открывать сундучки. У нас опять вылет произошел непонятный. Давайте, open all crates. Это продолжение. Опять 160 пишет, но на самом деле их там осталось уже меньше. Это такой баг сейчас в Робокрафте есть, ребят. В прошлом стриме, если вы смотрели, то вы заметили. У меня так же самое. Было 75 сундуков, на 35-м какой-то вылет произошел. Я перезашел в игру, опять у меня оказалось, что 75 сундуков на руках, но в итоге открылось только 35. То есть, как бы все 75 в общем открылись, но цифра вот эта отображалась почему-то неправильно, не знаю. Дроп сейчас другой, кстати, идет. Я подозреваю, они меня нагреют. Они пытаются меня нагреть. Не говори. Это странно, смотри, щит опять левый выпал. Как и в прошлый раз. Надеюсь, это новые вещи. Надо, кстати, запомнить, на какой циферке в прошлый раз был дроп, остановился. И просто посмотреть, или все 160 тебе в итоге. Я так и знал, они пытаются меня кинуть. Вот я Кубович. Эпик! Вентилятор, пропеллер. Опять же вентилятор, у меня уже, знаешь, когда чувство дежавю. У тебя был 4-м он тогда дропом, сейчас 2-м, так что это другие сундуки. Так что это продолжение. Видишь, такого говна... Я бы от легендарных двойных колес не отказался. Все-таки машина-то не будет на двух колесах кататься. Кстати, на 4 колеса. Смотри, хилка синяя выпала тебе. Можешь... Рэр, давай. Рэр. Ну все равно, ачивка на 8 синяшек. Не выполнено. Ничего, я думаю, рано или поздно выполнится. А сколько у нас фиолетки было максимум, ты не помнишь? 4, 5? Я 3, по-моему, видел, 4 не видел. Хотя, может, и было, я не обращал, может, просто не обратил внимания. Нет, 3 точно было. Давай, короче, у нас ачивка, 4 фиолетки в ряд. Типа в одном открытии или как это в ряд? Смотри, на одной линии, то есть должно быть 4 фиолетки, либо верхняя, либо нижняя. Ну, да ты это нереально, ты чё? А 3 легендарки реально, типа, да? Нет, ну на одной линии, так как ты хочешь? 4, это надо, чтобы вся линия была забита. Много просишь. Вот поэтому зеленку получай. Видишь, ты жадный, так получаешь зеленку. Это специально, зеленка меня к легендарке готовит. К моему дробашу. Дробашу. Не будет тебе дробаша. Походу, он тебе принципиально не хочет дробаш. Когда выпьет дробовик, я сделаю с ним, короче, фотку и напишу «Лучший друг навек». Он тебе принципиально дробовик не даст. Сейчас будет синька, сейчас будет синька. Он меня готовит. Эпик! На тебе пушку.
И опять. Что за ерунда-то? Так, что ж, мы второй раз перезашли, но теперь сундуки уже не открываются. Оказывается, что у нас, значит, было там не 160 сундуков, а меньше. Я не знаю сколько, где-то, наверное, сундуков 60-70. Я знал, что Якубович меня кинет. Сектор приз на барабане, где? Что-то я не понял, конечно. Вот этот с этими непонятными вылетами и исчезновением сундуков. Короче, непонятно. Кидалы. Давайте посмотрим. Ну, два колеса мы точно получили. Давайте это проверим. Глянь на легендарные реально колеса. Я хочу построить просто что-то скоростное с ними. Вот. Два колеса нам дали таки. Это все хорошо. То есть лут у нас не забрали. Но вот почему оно так тупо отображается, непонятно. А ты знаешь, что колеса-то неповоротливые, то есть неповоротные. Я буду прямо ехать, как медведь на велосипеде. Ты поставишь себе вот такое, стиринг вил вот такое вот, одно, и поставишь два таких, будет у тебя велосипед. Детский такой, знаешь, трехколесник. Еще можешь такие маленькие поставить, типа, как эти, по бокам, которые ставятся, еще дополнительные, чтобы реально не упал ребенок. Так и ты сделаешь. Так, ладно. Я думаю, на этом, наверное, мы закончим открытие сундуков, потому что у нас сундуков больше нету. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал и ждем следующего открытия и следующих стримов по игре Робокрафт. Я думаю, следующий стрим уже будет сборка мега-супер-оранж роботов с легендарными деталями. Я и Димон соберем, я на своем аккаунте робота, Димон на своем. У него будут колеса, ноги и турбины, но пушек нету. Ну, смотри, у меня много деталей, я думаю, сейчас мы столько пыли сделаем, просто будем кидать в эльфийских уродцев эту пыль. Не говори, вот смотри, даже пыль, она реально у тебя дофига стоит, смотри, по 13, я говорил, по 16, видишь, ошибся. 13. Ну смотри, у меня вот есть левые и правые щиты, вот эти большие, фиолетовые, с них можно по 10 тысяч заколбасить. Ну что ж, я думаю, на этом-то все, ребят. Всем спасибо за просмотр, приходите на наши стримы, у нас ежедневные стримы с 4 по 8 часов МСК проходят ежедневно, так что заходим, смотрим, подписываемся, ставим лайки и не забываем рассказать о нас своим друзьям. Всем пока. Сундучок-дробовичок!